Специально к празднику наш телеканал организовал онлайн-конкурс «Супер Таня». За неделю до событий участники группы ВКонтакте могли добавить фото в альбом официальной группы и проголосовать за понравившуюся девушку. Всего в конкурсе участвовало около полусотни девушек. «Супер Таней», по мнению зрителей, стала Татьяна Нечаева. Ее фотография собрала самое большое количество лайков. Победительница воспитывает сына. Участие в конкурсе для нее стало неожиданностью, так как фотографию в группу добавила ее подруга. Сегодня она получила подарок от телеканала – сертификат на услуги салона красоты «Счастье». Победа – это некая приятность в моей жизни, потому что сейчас я воспитываю маленького-маленького сына. Ну и, естественно, мой день не разноображен какими-то яркими событиями, поэтому эта победа для меня как лавина свежего воздуха, что-то яркое, интересное. Ну и, конечно же, новый опыт преображения. Кстати, сейчас на странице Катунь24 действует еще один конкурс, посвященный Дню Святого Валентина. Все подробности в группе ВКонтакте.